Вы уж извините меня за излишний пафос, но мне придется это сделать. Ну что, господин Базин, что ты скажешь теперь? 18092 кубка. Я вот только что просто за тобой, я вот ты сейчас, вот именно в этот момент ты играл. У меня было 17900, и у тебя было 18050. Я вижу, ты играешь, сливаешь, и я наконец-то тебя догнал просто. Сейчас я покажу, ребята, сейчас я покажу, вот. У Бази сейчас 18.97. Это с учетом того, что у нас отрыв был 1000 кубков. Меня 2 дня не было, фора просто была нереальная. Сегодня утром Бази пилит ролик. Холдик, удаляй Brawl Stars. Все, наказан. А теперь, Базя, наказываю тебя я. Я вышел на равное с тобой. И теперь будет очень честная конкуренция. Потому что теперь мы будем апать кубки на равных. Не будет никакого отрыва, потому что вы апаете меньше, чем мне приходится. Потому что, чтобы... Ну, Аурум, ладно, мы еще были наравне. Но ты был в 1000 кубков от меня. А теперь мы на равных. Видите, там горит. Это не костер. Это попка Бази горит. Фух, во-первых, я устал, потому что я с утра до вот этого момента играл. Вот записал ролик, я нажал остановить запись и пошел играть. Давайте я бегло вам расскажу, что изменилось. Значит, я апнул кольта на 3 шестерки, хотел на 700, не получилось. Пайпер уже была. Так, Барли на 700 апнул, Бо на 700 апнул. Пытался Мортисом играть, апнул его на 511, все, больше не получилось. Слил его до 480, потом вот это поднял, и все. Я не могу этим говном играть, не получается у меня. И знаете, что вот в процессе вот... я не помню, может, кого-то еще по мелочи, но вот это вроде все основное. Самое главное, это 8 бит. Это самый имбовый бравлер, который можно вообще, которого можно вообще придумать в этом режиме. Просто в мире не существует лучше бравлера для этого режима. Я вам клянусь, просто это нереально. То, что вообще на этом бравлере можно вытворять, это читерство и не более. Блять, он резается после смерти, ну это же круто. Я не знаю, что я так раньше на нем не играл, вроде все эту пассивку давно знают, но капец, какая же она читерная. Конечно, сейчас не так легко. Уже 750 кубков. Не факт, что у меня сейчас так топово получится, как до этого я катал. Но надеюсь, что все будет чики-пики, потому что, блин, такие топ-1 я апал. Весь клан за мной наблюдал. Это, ну, не передать словами. Она очень читерная пассивка. Ну, представляете, я вот сейчас стою до последнего момента, потом меня убивают. Хопа, я снова на коне и снова резнут. Охренеть. На этом персе просто, ну, я... Это, ребята, это... Ну, короче... Это лучший перс, все, на этом точка. На этом точка, и я еще один видос сниму, отдельно уже про него. Потому что, ну, есть что рассказать. И вы будете реально удивлены. Это перс, наверное, лучший, который сейчас можно придумать для ШД вот этого режима. Поэтому, если у вас есть бит с этой пассивкой, все, пацаны, идите. Не надо ничего придумывать. Вот, бита взяли, все, идите, всех нагибайте. Вообще плевать, вот вас зажимают. Сосайло всем, ты умрешь, потом решнешься и всем наваляешь. Потому что урон даже с нулем банок такой дикий, ну... Я не знаю, просто... Я думал, Спайк, все, лютый... Ну, Спайк до сих пор для меня любимый бравлер. Любимый боец. Он мне до сих пор нравится больше, чем бит. Но бит все равно читерней. Что ты прячешься? Был такой интересный момент. Меня ворон зажал. И такой... Бля, я его сейчас убью. Я, наверное, сдохну, но... Да. Короче, этот, был такой момент, меня ворон зажал, и такой, знаете, крутится, типа, все, типа, вот так вот, знаете, крутится, типа, все, твоя смерть пришла, меня этот чел убьет. И я такой, ну окей, давай, он у меня, я умираю, он такой подбегает, я резаюсь, вот, у него там остается понты хп, я его добиваю, и просто вы бы видели мое наслаждение, когда я, вот, я вокруг него крутился, ну, не знаю, минут, наверное, ну, ладно, минут 5 я не крутился. Оу, блядь, это просто, я даже разговариваю, не обращая внимания на игру, так вот играю, стреляю куда попало и выигрываю. Смотрите, даже сейчас топ-1 возьму, наверное. Своего любимого Спайка вынес. Ну ему нет равных, ну нет ему равных, ну он просто имба и все, и вот хоть ты тресни, а, 778 кубков, и причем у меня было 650 до видоса, я вот только 650 взял и вот так вот его вот чик-чик-чик и апнул. Но тем не менее, давайте, знаете что, давайте уделим внимание вот сейчас вот этому. С утра
Базя, можете чекнуть этот ролик, сказал мне удалять игру, потому что у него больше кубков. Что ты скажешь теперь, Базя? Ладно, я... Возможно, ну, возможно, многие не понимают шуток сарказма. Мы на самом деле прикалываемся. Естественно, что Базя, что я сейчас шутим. Ну, иногда стоит пояснять, чтобы вы понимали, что это так. Шуточки, игра, но тем не менее, соревнования у нас честные. Поэтому, Базя, либо удаляй игру, либо давай догоняй. Чё, ты на 3 куб... Не, не на 3. На 5 кубков отстаешь, Базя, позор. На 1000 был впереди. Причем меня 2 дня не было. Та, соперник вызвал... Вызвал, блин, кинул, точнее, вызов на челлендж. Ой. Главное теперь не проиграть. Ой. Ну, мне хотелось, я целый день апал, я целый день пыхтел просто, я кушал, играл. Я говорил, да, что я не оторвусь сегодня от планшета, целый день просидел и продолжу. У меня уже голова кругом, на самом деле. Я сейчас вот запишу ролик, выложу его, поеду в магазин, куплю себе какой-то... Я не знаю, напиточек на вечер, чтобы расслабиться после стрима. А, вот. И, короче, и на стриме еще буду катать. Не знаю, приходи... Ребят, я вас, кстати, жду на стриме. Будете смотреть, как Базя будет курить выхлопную трубу где-то вдали. Потому что теперь я не только... Теперь я буду не догонять его, а уходить вперед. Поэтому, фух. Не, я вам признаюсь честно, было трудно их догнать. Очень трудно. Потому что, блядь, а я резнусь, мне похер. Я резнусь, мне насрать. А, блядь, нет, все. Я сейчас нахожусь в треугольнике. Нет. Мне до вот этого Леона убить, видите, я его в инвизе спалил. Просто козел. Так, а что у нас тут, кто у нас тут? Воробушек, да? Хорошо. Давай, воробушек, бля, бит он имба просто. Я, конечно... Могу сейчас проиграть, потому что я уже одну жизнь потратил так рано. Вообще, я так рано не умирал еще, как в этой катке, но... Да. Пятым. Я пятым сдох. Я пятым сдох. Плюс один. Плиз. Да, я не проиграл. Блин, ну, очень крутой перс, реально. Я не знаю, 800 его апну и дальше, ну посмотрим по ситуации. Мне его сейчас на 900, наверное, будет проще запушить, чем Мортиса на 600. Я вам серьезно, я вот на Мортисе каток 10 сыграл, из них только 2 выиграл. Я и пассивки менял, и тактику игры. И поначалу я агрессивно начал нападать на всех, там пытаться кого-то убить. Но не зная Мортиса, я всем проигрывал, потому что я не знал, выиграет он один на один, там, допустим, того же Дэрила или не выиграет он, без понятия. Вот, те, кто задротит на Мортисе, они прекрасно знают, когда стоит нападать, когда не стоит. Но я играл и пассивно, то есть убегал просто, ни хрена не получается, все равно умирал 6-м или 7-м, все равно минус кубки были, то есть я хренею. Я не знаю, как я буду апать Мортиса, наверное, блин, либо в дуо, либо в трио, потому что, ну, в соло у меня не получается. Вот тех персов, которых у меня получается апать в соло, я с удовольствием это делаю. О! Просто читерный перс. О, тихо. Спайк. Я побольше баночек беру. Ну, бля, нет, не собирай банки, гнида ты, сука, паршивая. Уф! Банки все собрал. В основном, бля. Походу, сейчас будет первое поражение за... Я серьезно, я на нем еще ни разу не проиграл на бите за последние, не знаю, часа пол. Вот кто сейчас... Вот видите, вот... Наблюдают за мной. Вот клан за мной сейчас весь наблюдал, когда я до видоса я апал. И я вот как взял его 650 кубков, я, по-моему, ни разу не проиграл. Ну, сейчас давайте влог поединка посмотрим. На нем очень трудно проиграть. Ну, вот сейчас уже, походу... А, хотя все равно сейчас выиграю. Блин, ну спайк 10 банок зажал. Нечестно. Бит-то дамаж спайка... Ой, как тик. Вы видите, тик спайка не дамажит. Знаете, как будто они все знают, что я холдик, и мне надо убить. Просто из-за того, что... Ну, неважно почему, просто потому что я холдик. Так иногда такие чувства есть. Фух, так. Ну, Базя в этот момент играл, когда я до записи. Я искал его стрим, он не стримил, значит, играл вне стрима. Потом вижу, кубки приостановились, не знаю, значит, перестал играть. О, бит треснулся, кстати. Остался бит и спайк. Но у меня меньше хп, что скажете? Что, топ-1, пацаны?
11 банок спуйк. Если ты проиграешь, ты такое дно будешь. Я спайку и говорил. Ну, я почти его выиграл. У него больше было банок. 787. Зашибись. Давайте посмотрим, сколько сейчас у базы, сколько у меня. У меня сейчас 18,3 единицы. Я просто сравниваю каждую секунду, потому что Бази в этот момент играл. Сейчас я не знаю, играет он или нет. Бази сейчас не играет. А у меня еще впереди стрим, поэтому до завтрашнего дня я буду еще дальше. А завтра проснусь, еще пойду дальше, еще. И теперь ему точно нельзя расслабляться, потому что у него, ну, было время расслабиться, когда меня не было дома и когда отрыв был в 1000 кубков. Все, друзья. Извините, что на таком пафосе, ну, только так, только радикально, все, победа за нами. Блять, самое главное не облажаться. Спасибо вам за просмотр. Я реально пипец как устал, но, фух, надеюсь, на стриме лажать не буду. Продолжим на стриме, у меня уже не осталось персов, которых я хочу апать. Уже всех, кого можно, проапал. Теперь вот этим дном, которым не получается у меня играть, я буду стараться по 5, по 4 кубка, по одному кубку. Но, фух, буду поднимать. За сегодня я поднял где-то 600 трофеев, может больше. Я, честно, я так наугад сказал. У меня, по-моему, было 17500 или 17400. Получается, даже 700 кубков за сегодня поднял. Но еще день не закончился. Попробуем сделать за один день 1000. Все, ребят, спасибо, что досмотрели до конца. Надеюсь, вы меня поддержите, придете на стрим. Увидимся совсем скоро. Базе, ты либо игру удаляй, либо догоняй.